Prodexpo 2022 на ваших экранах. Мы предлагаем вам посмотреть на интересные бренды, интересных людей, интересные компании. Здравствуйте, ребят, давайте представляться. Здравствуйте, я Андрей. Я Влас. Влад. Чем вы занимаетесь? Видно здесь огромное разнообразие продуктов, но я так понимаю, к вам не имеет опосредованное отношение. Да, да, да. Мы являемся рекламной компанией 1220 Studio. К нам приходят брендовые компании со своим продуктом, вот, и просят рассказать о них людям. И мы делаем так, как это видим мы, так как мы это умеем, стараемся сделать красиво, круто, по-модному, в ногу со временем. И вот данная продукция нам очень приглянулась. Это пивахис, крутой арахис, собственно. И мы сделали успешную рекламную песню. И она на всех стриминговых площадках есть, по телевидению крутится. И мы довольны результатом. Здесь есть разная продукция. Вот. В основном предоставляем рекламные услуги. Придумываем слоган для компании, рекламную песню. Практика показывает, что если ты работаешь с молодежью, да, то когда ты берешь мастодонтов рынка, которые уже 40 лет в бизнесе, и они пытаются понять, что молодежи нужно, чаще не получается ничего хорошего. Поэтому вы как раз находитесь в тренде и на волне. Да, 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 да. Сейчас к молодым в последнее время особое внимание, и мы пытаемся прокачать разные бренды именно новым молодым видением, словом. Мы предоставляем свои услуги, и у нас получается довольно-таки хорошо. Вопрос такой. Вас трое у нас в кадре, и вы работаете, вы как единый организм, вы оба, все делаете музыку, все делаете тексты, или у вас есть поэт, музыкант и заводила-танцор? Мы стараемся делегировать, конечно, обязанности, но в целом все вместе собираемся и начинаем работать над определенным проектом. У нас есть студия, у нас есть гримеры, у нас есть монтажеры, у нас есть определенная команда, и мы делаем всю работу по факту вместе. Все вместе. Замечательно. Я так понимаю, вам выставка нужна для того, чтобы найти еще дополнительных клиентов или те бренды, у которых потрясающий продукт, но они пока не знают, как красиво показаться потенциальному покупателю. Абсолютно верно. В первую очередь нашим главным правилом мы работаем с теми компаниями, чей продукт нам нравится. Нравится, мы видим перспективу, и мы тогда беремся за дело. Мы беремся за дело, потому что мы понимаем то, что компания действительно хорошая, просто им надо немножечко помочь. Ребята говорят, что они берутся за тот продукт, который им нравится. Если вы обратите внимание на этот стол, им явно нравится арахис, сухарики и так далее. Я так понимаю, потребление пива все-таки у молодежи растет. Ну, надо же когда-то отдыхать. Друзья, пожелаю вам удачи и надеюсь, что в этом нелегком деле у вас будут только слава, радость и деньги, потому что все-таки молодым везде у нас дорога, а старикам везде у нас дайте немножко поспать. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо большое.